Сегодня я следил за каким-то бешеным нубом. Зачем он это делает? Поэтому его тэпает мой друг админ. Вы чё, админ дырявый? Добрый день. Стой, заткни пасть. Слушай меня предельно внимательно. Сэр, вы даже не узнали причину. Ты не понял, замолчи. Да вы посмотрите на него. Я буду молчать, раз ты такой тупой. Перебивает и перебивает. Понятно. Ну что ж. Хорошо, давай говори. Итак, ты вообще никакого права не имеешь, чтобы меня тэпать. Ты нон-РП-чел. И какого лешего ты вообще в РП-чат пишешь? Товарищ, начнем с того, что это личная беседа. Один на один и в РП-процесс я никак не вмешиваюсь. А во-вторых, ничего, что мы на крыше здания стоим. Опять меня перебил. Итак, ты нон-РП-чел, на которого я напишу 10 жалоб. И тебя нахрен снимут, ты зря быкуешь. Вы вообще следите, что вы делаете на сервере. Мало того, что вы домогаетесь до игроков, ломаете авто, так еще и деньги воруете. Сказки для малышей. Если у вас какие-то претензии, то загружай жалобу. А так, ББ. Ля-ля-ля. О, лагарик, на тебе! Вот засранец. Чего? Ну ничего, зато штаны полные радости. Здравствуйте еще раз. За эту неделю вы получили более 5 наказаний. А это значит, что вы будете заблокированы. С чего это вдруг? Ну таковы правила. Я не согласен, я обжалование напишу.